Инженеры и пилоты американо-китайской компании Lucid Motors провели на автодроме первые высокоскоростные испытания своего серийного электрокара Lucid Air, который должен будет составить конкуренцию топовой модели компании Tesla. Хотел бы напомнить вам, что серийный электрокар Lucid Air был представлен в конце прошлого года в Лос-Анджелесе. Машина оснащена двумя электромоторами с суммарной мощностью 1000 лошадиных сил, получающих энергию от литий-ионных аккумуляторов емкостью 100 либо 130 кВт-часов. В первом случае пробег электрокара составляет 507 км, а во втором – 643 км. В результате тестовых заездов по автодрому с профилированными виражами пилоту компании Lucid Motors удалось разогнать электрокар до сумасшедшей скорости 350 км в час, в то время как топовая модель Теслы способна разогнаться только до 250 км в час, что связано с проблемой аэродинамики кузова. Кстати, электрокар Lucid Air будет стоить дешевле Теслы. В частности, базовая комплектация машины будет стоить $60 000, что на $8 000 дешевле самой доступной версии Tesla Model S. Производить электрокар Lucid Air будут на заводе в штате Аризона, а продажу машины поступит в начале будущего года.